Ой, я не знаю. Вы все сидите, молчите, я уже не знаю, что вам рассказать. И вот так вот сидеть друг на друга смотреть, ну, как-то не очень. У меня желудок болит. Прикиньте, я сегодня 3 раза поела Кустанай, Казахстан. Это вообще... Я питаюсь 1 раз в день, а тут я 3 раза поела. Встала с утра, я съела салат с утра, ну как утром, 1 часов. Потом приехала на работу, я поела. Домой приехала, поела. А ну и в принципе все. Это вообще жесть. Меня разносит. Как друг на друга мы спрятались. Прикинь, я за пару часов поел 3 раза сегодня. Просто мужик, а я девочка. Нормальное явление нет. Лучше бы я мужиком родилась. Честное слово. Не забудь, не хлопот. Прикиньте, я спать хочу. Время 8:30. Я не знаю, что с моим организмом. Пару кг, да куда еще? Причем? Я и так шкаф. Пока есть такая возможность. Где моя свечка? Никита! Я виновата, вот я виновата. Надо было взять и все. Шкаф, да. Шкаф. Тумбочка. Шкаф больше. Тумбочки. Почему? А если не грузите мой мозг? Блин, я понимаю, что я хочу спать, но я не хочу спать. А кто виноват, что не получается? В смысле, большая. Серега, иди в жопу. Еще усну. Давайте тему. Никит, давай тему. О чем поговорим? Укладочка. Нет. Объемчик такой. Кем работаешь? Я попрошайкой в ТикТоке работаю. Трындец. Просто не помыла сегодня губы. Это вообще сало. Просто сало. Один день. Я уже заколебалась его каждый день мыть. Спишь, капчем спать. Все, отстаньте. Пошутили и хватит. Ой, спасибо, Никита. Спасибо тебе большое. Не стоит, не стоит. Хоть одна сознала сюда. Чем не скрывать? На хлеб еще не насобирали. Ребят, скиньте на хлеб. Хлеб стоит 900 тенге. 850. Вау, Никита! С булочкой. Никита, перестань. Успокойся, Никита, иди поспи.
себе его через Рублевки. Серьезно, ну хлеб я очень редко ем, но покупаю его за 850. Это без прикола. Немецкий хлеб. Я даже не знаю, сколько обычный хлеб стоит. Тенге 200, наверное. Никит, успокойся. Успокойся. Алиса, дальше. Никита, приди в себя, пожалуйста. Походу, у меня уже все. Батарейка садится. Окей, Таня. Работать надо. Нет, меня все устраивает. Мне деньги тут скидывают. Мне хватает на жизнь. Я не люблю работать. Работать — это не про меня. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Thank you so much. Никит, ты что употребляешь? За что скидывают? За красивые глаза. Представляешь, такое бывает. Хочешь, научу? И на пиво хватает. На пиво не хватает. Пиво слишком дорогое. Так, посижу я с вами еще 5 минут, 4 минуты, и все. Мне потому что рубит жестко, я уже все. Бесил. Сегодня на работе очень сильно устала. Я сегодня рано ушла с работы, потому что все, я не могла. У меня спина отваливается, еще плюсом заклинила. Я домой вот так вот приехала.